Хотя в продаже луксивок, лук, выращенный из семян, появляется в феврале. Оптимальное время его приобретения, когда до высадки остаются считанные недели. Луксивок, он обычно бывает мелкий. И тут самое главное правило при выборе лука-сивка, то, что он должен быть как можно мельче, он должен быть выровненный. То есть все луковички должны быть примерно одинакового размера. И чем мельче, тем лучше, тем выгоднее его покупать. Дело в том, что из каждой, даже самой маленькой луковички, вырастет одна крупная луковица. Кроме размера, стоит обратить внимание и на цвет. Разноцветие означает разносортицу. Также правильный сивок не может быть с пятнами, с плесенью, с повреждениями, с зелеными вершками, прорастающими корешками, мягким или сырым. Ну, разве что чуть влажным. Обычно лук-сивок в промышленных масштабах хранят всю зиму в прохладном помещении, где-то до 15 градусов при сухом и прохладном помещении. Когда вы купите такой лук, его нужно перед посадкой просушить. Обычно его сушат либо на печах, если у вас есть частный дом, либо же его просушивают прямо на радиаторах отопления. Примерно 2-3 недели, постояв такой лук на батарее, избавляется от различных заболеваний и лучше и быстрее и ровнее всходит. Недобросовестные продавцы могут предлагать под видом сивка и так называемый выборок – луковки, которые не успели вырасти за сезон, пригодные исключительно для получения свежей зелени. Легко его спутать и с семейным луком, но есть и отличия. Как правило, семейный лук, у него форма луковицы, она повторяет то гнездо, из которого она произошла. То есть есть какие-то неровности, он не идеально круглый. И кроме того, нужно обратить внимание на донцы. У лука выборка, если он крупный, то у него донце очень маленькое, кругленькое. Если же это лук семейный, который и нужно высаживать, у него, как правило, донце большое. И опять-таки видно следы прикрепления дочерних луковиц. Вот такой лук можно использовать.